О, а мы все там, да, потому что суют ребенка. Ой, сейчас иду. О, все. Маня, смотри, папа пришел. А я же говорю, Маня, смотри, папа пришел. Это Степа. Степа, иди сюда. Не надо, скажи мне, я мамин. Скажи, я мамин. Смотрю телек. Да. Держите ваше счастье. Жалуйся. Расскажи мне. Жалуйся. Расскажи. Мать жестокая, мать плохая. Да. Ну-ка, Надь. Да, я понял. Жалуется вообще. Ну все, я понял. Не любила мама, не любила. Все со своим енотом. Я беда. Да. Все, Степа, все и на меня косяки кидает. Нет, все, я скидала. Степа, иди сюда. Нет, где Степка? Иди ко мне. Да не надо, я мамин. Давай. Иди ко мне. Атя. Вот ты что, точно становится самим. Своим нравом. Атя. Нет, мамин, скажи, не надо. Атя. Да? Ой, а это Люська номер два. Садись на этот, Вадь, туда не садись. А то там они наложили кучку, вонючку. А, это я вчера. Да, ты вчера влез. Пришли. Да. Все. Эс-колбас. Мишка, ты где? А вот. Мишка, ты моя малышка. Все, пришел. Как это все тут, ты понимаешь? Чего ты кусаешь? Уже все штаны перепотели. Енот приноровился. Сзади подходит, когда сидишь, и дырку в штанах. На футболке, в штанах. Детский сад, штаны на лямках. Его поколбасить, кого? Скажи. Енота. Он же ждет, чтобы поколбасили, а ты яблоко. Все, по целый день не ел, да, вот яблочко не хватало, полирнуть твой живот. Угу. Квадрат. Какой здоровый. Папа не понимал, да, скажи, что тебе нужный массаж. Еноте с колбас. Нет. Нет, уже все, уже переросла, да. Ну, ей хорошие давали лекарства для сосудов, для головы. У нее даже, вот они уже сидят, я сзади уже не понимаю, кто из них. А то ж у Мани голова была в полтора раза больше, чем у Степки. Сейчас смотрели мы вас впервые. Да. А сейчас вот они сзади сидят, с мойдочки-то понятно, а сзади сидят, все нормально. И она, главное, на спинку, она переворачивается, и нет вот этой вот в глазах. Может, опережала развитие? Не знаю, что-то там не хватало, что-то там. Она же все равно как бы, ну, чуть-чуть, все равно не такая. Ну, конечно, я видно, что она это умеет. Ну, если просто, может, ты раньше... Она сможет вставить? Ну, вот, не знаю. Мы почему и ставим, что она со Степкой, что Степка не даст в обиду. Но она все равно не будет. Она не будет никогда сильно вот прыгать, как Люська. Стерилизовать? Не знаю. Что они... Олег Алексеевич будет решать, как там. Против всего этого. Мы просто болтаем, да. Надо, нету. Да. Так будет что-то. Она-то родить сможет, и дети будут, ну, нормальные. Могут так доуненка нормальные? Да она не доуненка. Она такая вот, она не совсем доуненок. Мне кажется, она не даун. Нет. Ну вот какая-то вот она мы такая, говорили, да. Солнечная такая что-то было у нее. Мне кажется, если бы раньше попал... Боже, Маня. Что-то. Папа оторвал истерика, от себя. Все, да. Истерика. Ой-ой-ой, папа. Ну вот раньше, если бы так вот оторвал, и она вот так, все, у нее был бы припадок сразу. А сейчас нет, она абсолютно успокаивается и нормально становится. Сейчас Мишку поймаю. О, Мишка. Мишка, ты моя.
А Степа, конечно, забалованный. Ой, забалованный. У нее с ножками совсем плохо. В чат уже ветеринар смотрела, Олег Алексеевич. У нее продолжают разбухать ножки. Опа! Сказали, что ну по-хорошему надо ножки вообще ампутировать ей. Но как она тогда будет? Ну да, они прям вот так вот. Нет, там не то, что вот так, у нее нарастает прям, они вот разрастаются, опухают эти вот, хуже становится. Ну, а без ног, ну как, ну что же она на животе, на животе будет лежать, это не жизнь. Надо водички принести. А, вылили, я ж приносила не так давно. Оба. Басик, конечно, вообще, это чудо какое-то. Басик, это не кот, это что вообще. Он делает, он даже не режет. Да? Ни на кого. Сам гайд. Их же несколько штук было, да, когда подбросили? Три. Разбирали работники? А свои же работники тут же. Мы пока тогда приехали, уже один остался. И уже как бы, ну, варианта не было, что вот берите. Он, говорит, наверное, не знает, что он кот. Думает, что он какой-нибудь. Енот или обезьян. И все такие же пишут, вот он, наверное, кастрированный, что он вот такой. Нет. Ну, а даже если бы кастрированный был, ну и что? Нет, так еще ж к нему две невесты приходят. Он теперь жених-жених. Красивый жених, если. Да, ну, мне кажется, ему рановато еще. Хотя. Он кушает, как три кота. Вот они по характеру подходят. Енот, кот и Люська. Да. Вот они, никто, никого, они примерно одинаковые по силе. Ну, и, конечно, кот вообще. Казалось бы, да? Вот играют, аж да? Не кусают сильно. Потому что, наверное, все вместе выросли, поэтому. Еды вдоволь. Ну, любят всех одинаково. Да. Соперничать не приходится. Степа, ты третий пошел, да, показать, балуются, что, все что тоже, да? Скажи, что ж такое, скажи. Все ж балуются. Степа, сам балуются. Пошел, кусаешь, не кричи. Мне ж надо баловаться. Ну, для меня самое удивительное, что они Варю не трогают. Что вот никто, ну, казалось бы, ворона, тем более не летает. Все охотники, еноты-охотники, обезьяны-охотники, коты-охотники. Аня, поближе сюда. Угу. Эти же обезьяны, они вообще любят, они воробьев ловят через сетку и съедают. Опа, сейчас, Мишка, беги. Да, японцы так пищат. Нет, в доме. Ну да, давай, земельки, ага, а то ж папа Вадик поменял, да, орешек, воду. Орешек. Вот такой орешек будешь, а вот финик будешь, финик? А, давай, финик. Накидай земли. Финичек. А то он думал, что я воду не меняю. Нет, ничего не будешь. Ах ты, баловень. Финик. Ах ты. Баловень ты такой хитрый. Он там сделает. Все пополощет.